Находимся мы в комнате Владимира Ильича Ленина, в музее, его дом-музее в поселке Алакаевка. Вот все комнаты уже прошли, тут у каждого члена семьи, семья была многодетная, была своя комната. Это вот рабочий стол Владимира Ильича. Очень много книг, больше, чем во всех других комнатах. Но это, в общем-то, и понятно.